Друзья, привет! Мы находимся на развалинах древнего города Сиде, античного города, округ Анталия, на полпути между Анталией и Аланией. Посмотрите на эту красоту, на этот закат, на эти крепостные стены, амфитеатр где-то далеко. Сейчас приближу. Что от него осталось. В древности здесь жили люди, любили друг друга, страдали, наслаждались, воевали, рожали, рождались и так далее, и так далее. Сейчас вот только такой песок, травы пожелтелые, хотя еще только май. Я очень люблю вот такие старинные, античные, древние, пустынные места, особенно на закате. Очень живописно все выглядит. И какие-то ощущения странные переполняют душу. Хочется написать какой-нибудь стих. Сейчас мы пойдем в старинный амфитеатр и будем слушать симфонический оркестр. Продолжение следует. Вот она я. Продолжаем осмотр. Это, по-моему, заросли борщевика, да? Здесь он очень живописно смотрится. На фоне руин. Древняя аллея. Основы для перекрытия. Перекрытия нет. И вот эти стройные кипарисы, это прямо какой-то символ олицетворения древних развалин в Малой Азии. Вот он, театр. Готов к концерту, вероятно. Наверное, здесь будем слушать. О, павлины где-то кричат. Ребята, кто будет отдыхать в Сиде, имейте в виду, что отсюда нельзя взять ни камушка, ни ракушки, ни какой-нибудь кусочка вулканической породы. В аэропорту, если найдут, такими штрафами вас обложат, что мало не покажется. Так что, чтобы вы знали, ничего брать отсюда нельзя с собой. Красных маков, как мне нравится.
поют птицы. Так тут хорошо. Вот не знаю почему. Наверное, все-таки место такое. Я так люблю всякие античные развалины, эти города. Какие-то здесь, видимо, копища знаний, информации. Что-то происходит с сознанием. Очень хорошо. Тихо, умиротворенно все. Какие-то птички поют какие-то. Переговариваются друг с другом. Может так, не громко. Ветерок. Май холодный в Турции этот. Ой, хочу тут жить. Прямо в седы. Вот, обратите внимание, какая-то древняя улица еще. Посмотрите, какие плиты лежат. Видимо, были движения почвы. Они не совсем идеально ровно, но когда-то, видимо, лежали ровно. Здорово. Верблюды пасутся вон. Очень, очень колоритно. Афетосу аби. Рискнула подойти поближе, хоть бы они не плюнули. Не до меня. Вот он. Красавчик одногорбый. У них, вероятно, линька сейчас. Да, да, кушай. Не буду мешать. Это тоже какая-то надпись, но перевернутая. Видно, что она по-другому была. Сверху вниз. Сейчас мы смотрим на нее. Да, ребята, вот такова была Византийская империя когда-то. Сейчас одни руины. Тущее дерево красивое.